Всем понятно, Облязов вам деньги дал, вас же и двинул, и все такое. Кто такой вообще Облязов? Ну, вы им обеспечили массовку в 20 тысяч террористов? Спасибо Акимату, ну, реально спасибо Акимату. Мне дали, получается, денег, заказали фильм, чтобы показать 20 тысяч террористов, власть хорошая. Плохой и... народ. Плохой народ. Интересный ответ психологический твой получается. Ну, все это очередное говно. Всем привет! Это канал «Серийный продюсер» и наш подкаст, в котором принимают участие продюсеры, наши кинопродюсерки и кинопродюсеры. Я согласна, что у нас просто до этого был разговор о том, как называть продюсера или продюсера. В общем, кинопродюсер Анна Чекиртова и кинопродюсерка Анна Ржанусова. Я согласна. Да? Будто разнообразие. Нет возражений. Мне это прям хорошо. Все хорошо. Сегодня я думаю, что если успеем, мы обсудим несколько тем. Ну, первое, это, конечно, фильм «Кайталан Басын». Да. Вот. Второе, это я хотел обсудить все-таки все, что происходит с Алим Social Media. Ну и третий, возможно, если успеем, закон о кино, его изменения и так далее. Ну, он вот еще в доработке, поэтому это можно в другой раз оставить, да, вообще без проблем. Ну, хорошо. Ну, вот этот фильм, как вы сами оцениваете шум вокруг фильма? Насколько это вот такой информационный бабл только внутри киношников? Или вот, как ты сказала, Анар, возможно, вы сейчас самые известные кинопродюсеры в Казахстане и благодаря этому резонансу? Ну, я считаю, что на самом деле, да, я считаю, что мы на самом деле очень знамениты в данный момент, но мне кажется, что это благодаря журналистике, журналистам, которые так или иначе освещали эту тему, и вдруг им стало интересно. Так, я, насколько я помню, что первый пост об этом фильме вышел на страничке Облязова. Да, это было то для есть, меня вообще странно. То есть он вам сделал такой да, бизнес, это да? Он, получается, сделал нам большую рекламу или антирекламу, я не знаю. И уже оттуда многие журналисты, особенно, как это правильно сказать, оппозиционных СМИ, наверное, они подхватили. Единственный, кто вступился за нас, это был Карим Кадырбаев, который в своем посту на Фейсбуке сказал о том, что, ну, ребят, ну, окей, они не понимают, что такое пиар или не умеют это делать, но в любом случае они, ну, делают это кино, давайте сначала увидим, и потом будем это обсуждать, с чем я и согласна. И вот мы на днях встречались с Каримом, и я его пригласила в итоге. Вот только сейчас я его пригласила, то есть я сказала, сейчас у нас будет пост, давай после этого, во время поста и всех остальных наших, получается, производственных моментов, ну, ты будешь заниматься пиаром нашего проекта. По идее, в понедельник он должен предоставить какой-то план, и мы будем над этим работать. В любом случае, ему нужно посмотреть, ну, то есть материал хоть так или иначе, чтобы он понимал, что он будет вообще продвигать. Если возвращаясь к твоему вопросу, я хочу точно сказать, что, наверное, ну, благодаря господину Облязову все узнали о том, что мы снимаем. Так бы мы бы сняли спокойно, тихо, может быть, не совсем тихо, но в любом случае мы бы снимали, и я не понимаю, кому это нужно для того, чтобы вот освещать эту тему. Стало всем интересно, и очень много общественных движений были против этого, и это тоже для меня странно. То есть смотри, я в прошлом году была как раз-таки на том же Байконуре в составе жюри, когда была целая секция, мы хотели показать фильмы о Кантаре. Да, это кинофестиваль. Да, это кинофестиваль. Да, твоим ты внизу можешь написать. И в итоге там был даже Алишер, которого я продюсировала с фирмой Мотау, и я в целом видела две эти короткометражки. И я просто сама не понимаю, почему вообще вот и кто это был, кто те люди, которые не разрешили. Вот смотрите, там не разрешили, здесь мы снимаем, на это другая совершенно реакция, когда говорят, ну вот мы снимаем, и теперь наоборот, почему вы снимаете? Для меня, если честно, ну, то есть это был звоночек. Я не понимаю, если честно, я до сих пор не понимаю, почему мы не можем снимать. Вот кто мне ответит на вопрос? Дело в том, что мы не можем брать эту тему, а вы знаете, как мы снимаем. То есть вообще, ну, то есть если говорить, это 5 новелл, не новелл, линий на фоне январских событий. Мы же не прокуратура, мы не будем там показывать, там, кто виноват, а вы ответите на какие-то вопросы. Мы будем это показывать, как мы видим. В целом, были люди, которые из киносообщества очень странно отреагировали на эту тему. То есть я тоже этому удивилась. Почему? Потому что люди...
так или иначе. Ну, то есть, я считаю так, вот как я могу посмотреть, хороший фильм «Каш» или нет, если я его не видела. Я, естественно, не написала ни одной строчки, к примеру, я говорю. Или там «Бизнес по-казахски», я не вижу фильмы, я говорю, ну, все это очередное говно. Я так не могу сказать, я должна пойти, заплатить денег или пойти на премьеру и сказать, да, мне он понравился или не понравился, или там было минусы, плюсы. Понятно, что вот тогда вы говорите. А сейчас, когда на нас накинулись, а вы тех покажете, а вы покажете там террористов, а вы покажете Айкуркем, а вы покажете людей, которых пытали. Да. Вот я, Коля, честно сказать тебе, что значит пытали? Мы, во-первых, это, вот пускай другие, у нас есть вот куча документалок, вот почему они, ну, вот на них не нападали так сильно. Да, ну смотри, вот я думаю, что здесь тоже есть два вопроса. Основная претензия, я, как я понял, я не все читал, потому что я не знаю, где все в одном месте можно читать. Вот, что уже первое, кроме того, что сделал Буст Аблязов, вот как мы сейчас выяснили, есть еще там условное какое-то недовольство алматинцами, что вот Аня, это ты перекрыла все улицы в городе. Это вообще странно. Давайте дадим слово Ане, которая перекрыла там, какие улицы перекрыли, с какого по какое время. Нет, на самом деле у нас было обращение в Акимат, когда вот он, это была Анарина идея изначально, причем она именно возникла у нее, поскольку мы с ней дружим, мы много вещей обсуждаем, именно после фестиваля, во время фестиваля, когда не дали возможность показать фильмы короткометражные, она говорит, слушай, это хорошая была бы идея, если это снять, если это показать, я говорю, Анара, это такая сложная тема, ну давай подумай, надо готовиться, это нужен сценарий, это нужно найти инвесторов, потому что это очень-очень сложная вещь. Вот. Но поскольку, сам знаешь, она родама активная очень, и она обожает работать с молодняком. То есть, если мы работаем с разными людьми, и со взрослыми, и очень взрослыми, то она только те, которые молодые, активные, которые горят глаза, и которые умеют пахать потом 40 часов в сутки, и им все мало. Вот. Интересный портрет психологический твой получается. Ну, нет, на самом деле, ну так и есть. Похож на Карабаса-Барабаса. А это так и есть, это абсолютно так. Она им иногда говорит «молодец», а иногда, то есть они ее боятся, потому что даже вот не называя имен, у нас 5 режиссеров, я помню, когда один из них говорит, Анара со мной больше никогда не будет работать. Я говорю, почему? Она сегодня меня так ругала, так ругала. Я говорю, это же не важно, она тебя переживает. Она просто хочет получить хороший фильм. Да. Вот. Потом Анара сама с ним поговорила, он успокоился, сейчас ходит воодушевленный и горящий, так что настоящий Карабас-Барабас. Вот, по поводу улиц. И мы, конечно, обратились в Акимат, потому что снять историю героев, да, вот 5 там, основных персонажей на фоне иванских событий, мы не могли не снимать, не дойдя до площади. Мы должны снять площадь. Потому что для всех это символизм, абсолютный символизм. Самое забавное в том, что до этого почему никому не давали снимать площадь? Никто не просил об этом. То есть у нас не было ни одной истории в нашем современном казахском кино или сериале, когда нужна была бы перекрытая площадь. Ее просто не было. Никто ни разу не обратился с этим вопросом в Акимат. Но уже заранее начали говорить, как это вам дали? Смешно было, когда мы говорили, что мы перекрывали аэропорт. В аэропорту мы не снимали, мы его не перекрывали, не обращались. Основные улицы, когда мы просили, допустим, Тимирязева, это было фиксированное время, и нам Акимат сказал очень внятно, ребята, можете снимать только после 9 вечера. До этого там пробки, люди домой выезжают. То есть Акимат шел навстречу, но соблюдая интересы города максимально. Последний день мы когда снимали вот, ну, основную историю 10 числа, как раз около гостиницы «Казахстан», нам перекрыли очень маленький кусочек. То есть вот от Достык до, ну, 8 марта, да, выше Луганского, вот, по Шевченко. То есть маленький кусочек, не всю улицу Достык, как мечтал наш режиссер. А давайте закроем, а давайте сделаем. Режиссеры же, поскольку они молодые, они идеалисты, и в этом есть гигантский плюс, потому что у них нет страха. У них нет такого, что «а вдруг не дадут, а вдруг не получится». Но вы им обеспечили массовку в 20 тысяч террористов? Ну, во-первых, у нас не было 20 тысяч террористов. Да. Вот. Потом у нас была очень большая массовка на самом деле. Но на площади мы, конечно, прибегаем к услугам CG, потому что сам представляю, что и зимой у нас снимаются массовки, в основном это мужчины должны быть. Находятся они с нами, вот, мы снимали площадь, сбор, вот у нас часов дня был сбор, закончили мы в 8 утра. То есть, естественно, отстоять такое количество времени, да, мы платили людям по 10 тысяч тенге, и мы считаем, что цена очень оправданная. С 12 до 8 часов утра. Они приходили, они участвовали. Мы ставили палатки, естественно, с обогревателем. Мы организовывали перекус,
плюс это гигантские деньги на одно только питание. И мы очень благодарны нашим подрядчикам, кто нам помогал. Допустим, те же самые даже ребята были, которых мы закупали сыр, колбасу. Вот, они говорили, а вы снимаете про Кантар, мы вам сделаем скидку. Вот, потому что меня тоже в эти события, в это время нас разграбили. У нас разгромили магазины наши, украли нашу продукцию. Вот это тоже одна из таких очень важных тем, которые мы затрагиваем. Так что мы не перекрывали все улицы, мы очень аккуратно шли. Больше того, мы оповещали обязательно ДВД, которые у нас стояли машины. Опять же, спасибо Акимату, ну реально спасибо Акимату. Без него бы мы снять эту историю не могли никак. Когда мы проходили по той же Байситовой, например, улице, у нас стояли машины, которые поддерживали патрульные. Потом у нас было, когда мы снимали площадь, у нас было оцепление, живое оцепление в том числе. Опять же, это два момента. Это безопасность съемочной группы, потому что мы тоже опасались, что возможны провокации. Она упомянула некого господина, сидящего за рубежом. Но мы тоже понимаем, мы сколько раз видели, когда возникала провокативная ситуация, к сожалению. Мы хотели их избежать. Но на самом деле там была такая атмосфера, то есть включенность, настолько вся группа, все актеры массовых сцен. Вот, и знаешь, еще такая история была, ты знаешь, что я точно верю в мистику, я считаю, что можно попросить, помолиться, и будет хорошая погода, это именно вот то, о чем могу говорить, в тот день по плану, то есть по прогнозу, что должен был снег. И мы смотрим, а площадь – это очень сложно организовываемая вещь. То есть это бесконечное согласование. С ноября начали, и вот почти до конца января мы согласовывали. Мы просили 3 дня у Акимата. Наконец, один день она разбоем там выторговала, выбила, уговаривала. Они, конечно, понимают, что это важная тема. Почему для нас эта тема еще важна и почему она актуальна? Мы все знаем, занимаясь там, допустим, психологией, что люди должны боль прожить. Чтобы ее прожить, ее нужно увидеть. Ты рефлексируешь, ты принимаешь, ты можешь идти дальше. Нельзя это запрятать, внутри закрыть и думать, что это все пройдет. Потом будет январь 2024 года, опять будут те же самые страхи у людей. Так же боятся петард. Когда они это видят своими глазами, они проживают и боль отпускают. Да, вот, ну и второй момент. Вот, первый – это то, что перекрыли. И второй, одна из претензий – это о том, что кто-то уже видел то ли кадры, да, со съемок. Это было как раз таки вот… Штурм Акимата. Да, это штурм Акимата. Есть такое предположение, что в вашем фильме все будет таким образом, что все люди были гражданские плохие, да, полицейские герои, силовики, и вы это как бы в фильме покажете именно так. Да, я даже знаю об этом кадре. Мне даже некоторые мои коллеги позвонили, говорят, это пиар-ход. Я говорю, нет, к сожалению. Да, это вот как раз таки этот кадр и был у Облязова. То есть они его выдрали из контекста и вставили. Мы не можем отрицать, что такое было, что и мирные или там террористы нападали, это не важно сейчас. То есть там такой факт был, там был кадр, когда человек в форме полицейского, там другой человек в черном, его там, там что-то с ним делает, какие-то насильственные действия. Естественно, вот этот кадр взяли и начали его обсуждать. То есть, благодаря одному кадру сделали большой пиар. Но, к сожалению, я хочу сказать, что мы, наверное, так как у нас вот и у меня, и у Ани есть опыт какой-то, мы же понимаем, что, во-первых, мы живем в этой стране. Мы вот граждане этого государства. Плюс мы алматинцы на данный момент. Я никуда не собираюсь уезжать. Аня, наверное, тоже. Да. И в целом мы планируем жить в Казахстане и снимать что-то. И вот меня просто удивило, что критическая масса, у нее отсутствует критическое мышление. То есть по одному кадру люди готовы обсуждать фильм. Хорошо, вы готовы обсуждать фильм и задавать какие-то странные вопросы. Там вот со странички Облязова прибежали какие-то боты или, не знаю, люди, начали что-то там мне писать в личку и так, и сяк. Ну, плюс после этого были более умные люди. Конечно. Но ты же не будешь утверждать, что все были боты, те, кто возбудился. Я говорю, были более умные люди, которые тоже писали нас в своих телеграм-каналах, и у меня, у меня на страничке в Инстаграме. И это было тоже странно. Если честно, я вот так к этому отношусь.
Когда мы покажем фильм, вот тогда мы готовы обсуждать это все. Угу. Сейчас по одному кадру, увиденному людьми, обсуждать нечего. Угу. И мы тоже понимаем, что кино не может быть однозначным. Угу. В этом весь, не знаю, сок, фишка кино. То есть, если ты показываешь вот какую-то там одну точку зрения, она будет неинтересна. Тут сразу же вопрос, да, зачем мне 5 режиссеров? Ну а зачем тебе 5 режиссеров? Вот, хороший вопрос. Вы задайте мне. То есть, да. У нас есть 5 режиссеров. Вообще, зачем вы пошли по пути «Альманаха»? Где вы собираетесь это кино показывать? Почему именно таким образом решили сделать? Почему молодые режиссеры? Это не «Альманах»? Нет, будет «Альманах». То есть, изначально была такая мысль, но в итоге это все-таки 5 линий, которые между собой переплетаются в одну общую структуру полнометражного фильма. Почему 5? Потому что, наверное, лучше всего расскажу, потому что для того, чтобы за короткое время, учитывая, что уходящая натура, зима у нас кончается, можно было снять эту историю, разделили на 5 частей, 5 линий, которые снимал отдельный режиссер каждую свою историю. То есть это давало возможность за короткое время оптимизировать время подготовки. Потому что готовить один полнометражный фильм одному человеку нужно там время, ну хотя бы там 2-3 месяца. Я отнялась, с одной стороны, это как к некому манифесту. Эти все режиссеры, они никто не снимали полные метры. Ну, Дархан. Ну, Дархан есть, Тулегенов, он снимал полный метр. И 4 остальных они снимали и работали. Вот ты же знаешь, что я работала в Салеме, я там называла. Да, кстати, вот в одном из комментариев там было указано, что все остальные, кроме Дархана, это режиссеры, которые снимали сериалы для Салем Social Media, где ты работала долго. Нет, смотри, Берег Жаханов, есть там такой режиссер, он не снимал ничего на Салеме. Он снимал для тебя, Коля, хочу напомнить. Снимал для меня, да. Да, и он... Если каждый раз упоминать, кто там пересекался... Да, да. Все пересекались. 3 остальных режиссера, да, они так или иначе взаимодействовали и снимали сериалы, я считаю, что даже неплохо сняли. Но это же такой же, это же нетворкинг, Коль. Вот, допустим, я работаю... Я согласен, что это вообще не обвинение. Да, для меня тоже... Наоборот, хорошо, они школу прошли. Потому что это не госслужба, где есть какие-то должности, и кто-то куда-то попал, потому что он с тобой работал, условно говоря, в другой организации. Это все фрилансера, работа фрилансера, и люди приглашают тех, с кем они хотят работать. Я потом она заканчивается. Но у них у всех есть базовое образование режиссерское, у них есть опыт работы, короткометражки, сериалы. То есть они, по сути, были готовы к полному метру. Но полный метр очень сложно получить, финансирование на него создать для молодого режиссера. И если была такая ситуация, что Анара придумала эксперимент, каким образом можно, с чем мы реально думали снимать, как «Альманах», независимую историю. Потом мы начали думать, для того, чтобы люди воспринимали целостную картину, им нужно ровное полотно. Они не могут смотреть каждую историю независимо, это будет скучно, мы все знаем, что там для нашего, допустим, рынка это не прокатная история была бы. А вот. Сейчас, а вообще в самой основе это вы делаете для проката? Да, я вернусь к вопросу про 5 режиссеров. Я тебе объясню, почему они связывают это. Ну вот вообще это очень странно. Потому что Салем, они связывают дальше, вот они политизировали, то есть вот это все, что связано с Машкевичем, с ЕРДЖИ, то есть вообще там, и там написали вот Аксютиц, там вообще имена. А, Аксютиц тоже здесь? Нет, там в каком-то... Нет, этого не было. Нет, в каком-то там, не знаю, сообщении мне было написано о том, что все понятно, вы там же все продажные. То есть логика у людей такая, которую преподнес Аблязов, там другие раскрутили, другие подумали, четвертые там чего-то там как-то надумали. То есть логика такая. Я работала в Салеме, уволилась оттуда. Мне дали, получается, денег, заказали фильм, чтобы показать 20 тысяч террористов, власть хорошая, что там еще, ну, то есть, ну, все правоохранительные органы все хорошие. Плохой народ. Плохой народ. Вот такая логика. Вот такая понятная. Понятная людям логика. Очень примитивная. Очень примитивная на самом деле. А как было на самом деле? Я не знаю, как было на самом деле. Ну, я имею в виду, как вот... Нет. Свою историю расскажи. Так же просто рассказать. Нет, идея еще пришла вот после Байконура о том, что я подумала, блин, классно было бы снять вот действительно это. То есть вот так это было. Актуальная тема. Актуальная тема. Плюс ко всему, когда пройдет некоторое время,
Конечно, понятно, что там будут там уже какие-то решения приняты. Осмысление, да, расследование. Да. Но мне кажется, иногда важнее в моменте это сделать. Это же мое личное мнение. В моменте здесь и сейчас показать, как люди обычные смогли или были в этой ситуации в январские дни. Вот такой вопрос. А будете ли вы что-то менять, исходя из того, исходя из этого шума? Ну, то есть монтажа же просто можно поменять очень много, исходя из того, что вот такой вот резонанс был. Нет, я не планирую. Но у нас на самом деле, смотри, когда даже вышел этот резонанс, мы специально устроили пресс-тур именно на площадь. То есть мы снимали, нам дали какое-то время, одну и ту ночь, мы пригласили прессу. Прямо у нас наш шаман Тасыхан, наш картинный пресс-тур, он всех обзванивал, там рассылали приглашения и так далее. Кто пришел, они имели возможность снимать все, что они хотят. Там как раз были мирные демонстранты с флагами, лозунгами и всем. То есть это все было. Там была дальше история, которую они тоже могли бы оценить, они желали бы остаться до конца. Журналисты наши не очень любят работать по ночам, потому что было 10 часов вечера приглашение на пресс-тур. Вот. Но это то время, в котором мы там находимся. Это самая обсуждаемая тема, закрытая площадь. Приходите, снимайте, говорите. То есть, вот, пожалуйста. Но это, ну, говорю, сделано было не очень активно. Потом, когда мы стали снимать дальше, мы уже даже замещали у себя в сторисах, где было видно и полицейских, которые теснят мирных и так далее. Но после этого у нас вопросы новые не появились к нам. То есть, люди для себя сделали какие-то выводы и дальше не пошли. Это была очень коротенькая волна, такая она яркая, с сильным всплеском, быстро погасла. Вот, вот и все. Так что менять мы, естественно, в монтаже ничего не будем, потому что у нас рассказаны, мы считаем, в абсолютном балансе правдивые истории, те, которые происходят. Больше того, Нара уже говорила, для нас самое главное – это судьбы людей во время январских событий. Вот. Но на самом деле, самое главное для нас был смысл, какой посыл, да, для всех. Первое, то, о чем я сказала, что прожить, чтобы боль, пусть и боль. Второе – это про ответственность, что каждый человек на своем месте, на своем рабочем месте, или где он оказался в той ситуации, может быть героем. Он может быть самым простым служащим, я не знаю, там, учреждением, любым там курсантом, кем угодно он может быть, но если он на своем месте принимает решение стоять и проявляет отвагу, внутренний стержень, тогда возникают перемены. Перемены с ним, перемены с тем, кто находится с ним рядом. Ну и в глобальном смысле перемены в стране могут таким образом возникать. Хорошо, но вот еще такой вопрос. Вот когда пошел этот шум, в группе кто-то ушел? Нет. Или как-то стал сомневаться, колебаться? Смотри. Потому что там ребята молодые, я вообще так оцениваю нашу такую более молодую кинотусовку, у них достаточно сильные протестные настроения, поэтому... Я согласна. То есть у них сцены с ценами, наверное, мне кажется, получше. Смотри, там была такая история. Пока мы условно начали снимать, у нас еще шел кастинг. Ну, там бывают же маленькие эпизоды, какие-то вещи. Ну, вот на такие вот на роли у нас многие актеры стали отказываться. Да. Объясню почему. Потому что чаще всего они работают в театрах. Это государственные театры, естественно. И поэтому они начали беспокоиться за свою репутацию. Ну, тоже с чем мы согласны. Ничего страшного в этом нет. Это хорошая позиция. Человек беспокоится, потому что ему тоже завтра семью кормить. Семью кормить и мы никого не осуждаем. Это их выбор. Есть также у меня один прецедент, когда человек, не буду говорить, кто это, что это, отказался. Опять-таки, под давлением, я так тоже... Тоже актёр, вот, да? Нет, это один из группы. Нет, в смысле, он отснялся, в смысле, он участвовал в проекте, все. Мы попросили, ну, теперь уже не один, у нас теперь сейчас три истории, три человека, причем не второй состав, они просят не ставить их в титры. Да. То есть, объясняя тем, участники что... Группы, да? Участники группы, то есть, они работали, они хорошо работали на площадке, никаких претензий вообще нет. Вот, но люди опасаются возможной реакции, возможно, что это повредит их в дальнейшей работе. Вот у нас есть на сегодняшний день три. Мы сказали так, давайте, ребята, мы покажем фильм, и вы примете решение итоговое. Чуть попозже. Это всегда ваше право, то есть, ну, ты сам знаешь, во всех договорах у нас всегда указано, что люди имеют право отказаться или писать псевдоним и так далее. Да, ну. Да, поэтому и как мы отнеслись? Был крайний случай. Ну, там я просто-напросто объяснила ситуацию, что хорошо, вот, допустим, у нас есть очень много компаний, вот они работают с компанией Jusan, есть Salim Social Media, они работают там, у них инвесторы, сейчас там будут одни, потом другие, тогда давайте вообще в этой стране ничего не делать.
Тут здесь у нас все прозрачно, у нас деньги не государственные, частного инвестора. Что бояться? Ты еще фильм не видел и уже хочешь там уйти. Для меня, с одной стороны, был момент, типа, в секунду, предатель. А потом я подумала, и он не предатель, но просто, ну, то есть он тоже должен думать о себе. Угу. Это нормально. Человек. Человек должен, но он же человек. Ну, то есть у нас, как у любого, это у меня нет страхов, я боюсь только Бога. Остальных я никого не боюсь, потому что я делаю честно свою работу, где бы я ни была, максимально пытаюсь что-то сделать для молодежи, для страны, там, для компании, в которой я работаю, что-то менять, как-то так или иначе по-любому взаимодействовать с теми людьми, кто в индустрию хочет попасть. Ну, я думаю, что это нормально. Это тоже нормальный процесс. Ну, так прямо большого количества людей не было. Угу. Смотрите, я вот в своих немногочисленных соцсетях опубликовал, просил всех написать вопросы, которые вам задать. На самом деле их было всего два. Что? Еще так мало? Я не знаю. Может, потому что сейчас про Турцию все думают больше всего. Может быть, у меня слишком маленькая, очень маленькая аудитория. Может быть, и нет вопросов к вам. И вообще вот. Волна прошла уже. Да. Алимжан Тукамов, некто Алимжан Тукамов задал вопрос, который я хотел бы ответ чуть попозже обсудить. Это как легче делать на русском языке и на казахском. У вас, кстати, фильм на каком языке? На казахском. На казахском, да. У нас смешанный 70/30. Основной казахский, да. Но русский плюс. Ну хорошо, давайте ответим на его вопрос. Как легче делать? Ну да. Что труднее делать? На русском, на казахском? Какие трудности? Ну, мне кажется, нет трудностей. Нет трудностей. Я сейчас объясню. Сейчас вот появилось новое поколение актеров, которые уже в меньшей степени говорят на русском языке, угу. Если честно. Да, и если они говорят, то они говорят с акцентом. И потом, в целом, мы живем в стране, где государственный казахский, угу. Мы снимаем на казахском языке. Но если человеку, например, комфортнее говорить на русском, он может говорить на русском. Мы даже так делали. Вот на площадке просто ты можешь там поспрашивать. У нас актеры под себя текст меняли, как хотели. Угу. Ну, то есть, он, например, если не ложился, то он говорил, можно я поменяю. Ну, и там где-то на русском, где-то на казахском. Но в целом он на казахском. Окей, и второй вопрос задал Asian Flash по имени Мурат. Наш он, любимчик. Да, он задал вопрос, то, чего ты уже коснулась, откуда бабки? Вот ты говоришь, частный инвестор, вы можете назвать это инвестором? У нас их несколько инвесторов на самом деле. Мы сейчас еще ведем переговоры, потому что для поста нам должны были деньги, мы пока еще ведем переговоры, ну как бы, чтобы пост закончить нормально. Почему мы не называли и пока не называем? Потому что когда пошла волна, это очень большая хейта, мы, конечно, подумали в том числе о нашем финансовом партнере. Мало того, что человека уговорить, упросить, он проявил социальную ответственность, дал тебе денег, и что потом начали его имя кругом таскать, или даже в нашем случае их имена, да? Начали бы говорить, дороги не построены, многодетные дети там голодают. Школ нет, а вы деньги тут на кино тратите. То есть, на самом деле, для людей это чистое любопытство. Им эта информация глобально ничего не дает. То же самое, когда обсуждали, да, почему, допустим, если люди говорят о том, что у нас государственные деньги, есть более простой путь, чем найти, как сказала Карим, не самых популярных продюсеров, что можно было отдать через ГЦНПК, на самом деле, да, можно было госзаданием через ТРК президента, куча телеканалов, которые снимают исторические сериалы, более простой, внятный, конкретный путь, который были бы исполнены все задачи государства, и не нужно было бы никому показывать разные истории, и потом оспаривать, когда у нас показывают там кадры, полицейские теснят мирных демонстрантов, то есть возникает вопрос, а может быть фильмы нормальные, а может быть и про народ, а может быть еще про что-то. Вот так. Угу. Просто смотри, Коль, вот ты сам говоришь о том, что молодежь у нас очень, она продвинутая, чем мы. Угу. Она меньше в страхе жила. Да-да. У них. Да, они другие, и они классные. Я им завидую. Если им что-то не нравится, почему мне нравится точка зрения, ну, точка позиции, уберите меня из титра. Потому что это точка зрения, которую я уважаю, и она у него есть. Если бы ты, ну, там, условно, из 5 режиссеров подошел к кому-либо и сказал, а давай там, ну, что-нибудь там вставим, или ты вот так будешь снимать, то он меня послал бы нахер. И потом, ну вот... Они такие. Да, они такие. У нас такие споры были, там по каждому действию. Да, они все переругались. Это было... Ой, это первые были очень жаркие, потому что соединить 5 человек в краткие сроки, чтобы они стали мыслить одинаково, мы с вами говорим, у вас не каждого отдельная история,
у вас общий фильм, а каждый бился за свою. Вот у меня экспозиция такая, у меня второй акт такой. Да, как вы вот стилистически, вот вы это сказали, просто для меня это новость, что это как «Альманах». Как вы, ну, это эксперимент в том плане, что он... Во всех планах. Вот смотри, смотрите, ребят, вот я такой сериальчик, который с вами часто там общаемся, там кофе пьем. Работаем вместе. А Таня часто вот это... Ну, это же режиссер, это же его видение, да, там, ну и так смотри. Далее. Да? То есть я такой сериальчик, говорю, ну, там как-нибудь, там главный сценарий, там, ну, вот все это... Вот, а теперь да. вы Коль... показываете картину, в которой пять людей делают один фильм, ну... Да, это вообще... Вот поэтому я сказала... Нет, ты не видел, ты не видел в ТикТоке, сейчас пошел мем, когда я говорю, а может быть это получится какашка. Есть такое. Да, да. То есть, причем... Она сказала на площади. Да, я сказала, нет, мне задают вопрос журналисты. Я понимаю, что этот вопрос всегда есть. Да, то есть, понимаешь, а может быть... И тут началось опять еще одна, вот она про январские события. Я-то мыслю как человек творческий. Ты понимаешь, да, они выдирают это из контекста и педалируют в политику. А я переживаю, вот ты правильно задаешь мне вопрос, на самом деле, как это сейчас выглядит? То есть я им говорю, ребят, вот смотрите, американцы вот снимают «Игры престолов». Да. И там каждой серии снял другой режиссер. Так? Ну, каждый по одной серии, каждый один фильм снял. Да, да, да. Но в любом случае, стилистически это выглядит как один большой сериал. Ну, «Елки» снимали, параллельные истории. Да. Да, ну, вот как пример. То есть будут елки. Вот не надо. Оказывается, не надо. Ты была права. То есть, Коль, поэтому. Да я ладно, ну я просто делюсь своими эмоциями, потому что я это услышал. Для меня это сейчас ну такое прямо интересно, как это будет. Коля, я не знаю, честно тебе сказать. Потому что я считал себя человеком, который чемпион по такому экспериментам, таким рационализаторским продюсерским решениям, но вот этого, конечно, меня прям. Вот, понимаешь? Я на это смотрю, как вот на все это, как на творческую задачу. Угу. Возможно, возможно, как тебе сказать? Какашка. Нет, я уже боюсь это слово говорить. Возможно. Его не ставь у нее. Да, пускай ставь все, что хочет. Я, да, я нормально к этому отношусь. То есть сейчас мне важно, по идее, по сути, я бы еще этот эксперимент назвала манифестом. Угу. Молодого кинематографа. Угу. Я хотела бы, вот смотри, вот перейдем к вопросу ГЦНПК. Угу. Вот у нас есть ГЦНПК. Да. Вот я не понимаю, я до сих пор не понимаю, по какому принципу запускается у них там тот или иной режиссер. То есть нет, чтобы давать эти деньги. Вот, например, у тебя есть там миллион долларов, ты делишь 50 на 50, вот 50% старикам и 50%, я не, ладно, старикам, мэтрам, скажем так. И 50%, сейчас неправильно меня поймете, и 50% вот молодым кинематографистам. Разделите между ними эти все деньги и создавайте с ними большую работу, чтобы в итоге они снимали такое кино, с которым мы бы дошли до «Оскара», они просто осваивали эти деньги. Угу. Вот что я хочу сказать, что вот эти ребята все, они все готовы, по сути, снимать полные метры в первую очередь. Угу. Мало того, что вот для тебя эксклюзив, я открываю агентство. Угу. Агентство, в котором у меня будут одна актриса такая, одна актриса, я ее... Актерское агентство? Вот, нет, не актерское. Вообще агентство... То есть ты представляешь людей творческой профессии, да, из кино, получается, да? Да, это будут и художники, и режиссеры, операторы, и, естественно, и одна актриса. Если честно, я не особо люблю актеров, потому что они очень сложные по своей психологической составляющей, с ними очень сложно работать, и они вот как маленькие дети, почему-то в моем понимании. А вот режиссеры, художники, постановщики, операторы, они как-то более созревшие эмоционально, поэтому с ними намного проще. Вот, и я решила, что мы будем продюсировать такие людей, заниматься, продвигать, и сейчас ко мне можете обращаться, может быть, не 100%, но кого-то я могу рекомендовать. Сейчас это тема у нас разработки, мы сейчас занимаемся разработкой и доработкой договора агентского. Вот, то есть, если тебе нужен режиссер молодой, красивый, талантливый, и ты говоришь, Анара, вот есть такая задача, у меня есть сериальчик. Пожалуйста, подбери мне режиссера. Мы делаем презентацию, экспликацию, рассказываем об этом режиссере. Потом мы говорим, естественно, я буду права его, его там бюджет, обязательно приду, скажу, что этому мальчику нужно там 3 раза в день орешки, 3 раза Red Bull.
У него есть такой райдер. 12-часовой рабочий день, потом ты тоже ему доплачиваешь. Все будет очень строго, точно так же с оператором. Понятно, понятно, что туда попадут не самые, ну, в смысле, наоборот, самые талантливые. Ну, так, на мой взгляд, понятно, что с ними тоже будет сложно работать. Но я хочу тоже этим заняться, потому что для меня это тоже эксперимент. Почему нет? И таким образом мы поднимаем на другой уровень рынок. Через некоторое время мы выходим с ними на европейские и американские рынки. Пока я здесь пойму, как это все работает, буду, наверное, налаживать отношения с зарубежными продюсерами, где буду презентовать этих ребят для съемок каких-нибудь сериалов где-то там далеко, за другие цены. Пока что они будут учиться здесь работать, ну вот на этом рынке по тем законам, по которым работает вообще весь мир кинематографа. Как-то вот так. Слушай, ну я так понимаю, что картина такая. Долгое время Салем Social Media держал в клетке Анару Джанусову, и как только она вышла оттуда, у тебя очень много, ну, проектов, идей и так далее. Ты их долго копила? Смотри, Коль, она тут такая есть. Коля, на самом деле Салем Social Media — это расскажи про Салем Social Media, что происходит там. Да, это площадка, на которой можно было экспериментировать. Угу. Потому что были бюджеты, да? Нет, бюджетов, как раз таки бюджетов было мало. Угу. Вот, и когда у тебя было мало бюджетов, ты такой сидишь и говоришь, что мы Колю пока позвать, там, или Ахана Сатаева, или ноунейма какого-то. Конечно, я пойду и скажу, ребят, ну, то есть это была стратегия, когда я сказала, давайте, ребят, мы будем звать молодых, креативных, ноунеймов, будем им помогать. Это большой риск, но, по крайней мере, они будут 24 часа на съемках, работать, снимать эти сериалы, будут стараться, и у них будет много энергии, и у них будет кейс, за что они там свои почки, печень оставляют на площадке. Фишка в том, что понятно, что он не принадлежит мне, этот человек, но, по крайней мере, у нас есть проект. Все остальные не согласятся за такие деньги вообще производство вести. Вот таким образом это родилось. Там мы делали все, что хотим. Если честно, дальше надо вообще... То есть с молодежью надо работать только так. Им надо давать максимальную свободу для того, чтобы они могли так или иначе проявиться. Только тогда, когда он проявляется, он чувствует свою значимость, ты ему ее даешь, и ты получаешь хороший продукт. Вот что мы сделали. То есть, начиная от того, что мы сделали эти сериалы, я с самого начала сказала, зачем я сюда пришла, чтобы делать YouTube-проекты, которые пойдут в iTunes. Это никому не интересно, они не перейдут. Это очень сложно казахстанскому зрителю это сделать. А давайте снимать сериалы. Конечно, первое время меня никто не слушал, потому что, ну как, меня же, я же никто, и зовут меня никак. Это вот сейчас благодаря, наверное, этому проекту мое имя в целом узнали. На самом деле, я тихо, мирно действительно сидела в клетке, когда... Ну, то есть я занималась многими проектами, создавала. Это такая невидная, незаметная работа на самом да, деле. Да, да, вот смотрите, с Салем Social Media он ассоциируется, значит, с Александром Максютицем, да, с Куатом Садыковым. Да, вот, ну, в публичной плоскости, так внутри мы знали, как бы, а в публичной плоскости тебя не было. Вот. А я тебе хочу сказать, что вот, смотри, я хочу тебе сказать, что, наверное, это моя ошибка была. Сейчас я понимаю это. Почему? Потому что я вот думаю о том, что ну я так вся думаю, ну вот они же есть, там что-то скажут, что-то сделают. Было здесь какого-то такого анти, как сказать, феминизма, как называется это? То, что это мужчины, женщины. Нет. У меня просто это же моего внутреннего желания не было. Возможно, у меня не было какой-то внутренней уверенности, как у человека. А потом я так считаю, что должна быть некая субординация. То есть есть генеральный директор, есть генеральный продюсер. Вот что мне высовываться? Вот они идут и делают это. А мы, ну то есть это же не делает два этих человека, это делается внутри большой команды, в которой куча людей работают на то, чтобы вот результат был. Поэтому, ну, я тихо, мирно работала, вообще в целом привыкла тихо, мирно работать. Вот сейчас вот этот вот хайп, если честно, в какой-то момент я устала от этого внимания и вообще, если честно, его особо не люблю. Ну, то есть зачем мне это нужно?
Потому что я не тот человек. Я привыкла делать, быть за кадром, не быть публичным человеком, тоже для, что для меня важно. И я буду стараться минимализировать, опять-таки, свою публичную деятельность и идти куда-либо на интервью очень редко и, наверное, качественно. Вот как к тебе, потому что мы их знаем. А, вот, расскажи, пожалуйста, смотри, сейчас Salem Social Media объявил, я понимаю, что ты уже не имеешь отношения к этому, объявил питчинг о новых проектах, новых сериалах. Ну, во-первых, что там происходит сейчас же, что сменился слово собственник, что, что произошло там. Второй, почему ты ушла? А еще самое главное вообще, ну, вообще, как получить проект на Salem? Ну, вот у меня на канале просто очень большая аудитория, те, которые вот их интересуют такие вопросы. На самом деле проект получить очень несложно, как думают там, люди, которые подают на питчинг. Просто проблема этих всех людей, что они не понимают, что такое high concept, и у них очень мало опыта. Да. То есть хотелось бы, чтобы хотя бы там, не знаю, какие-то навыки были производства, какие-то навыки режиссерские. То есть это короткие метры, или наоборот, этот продюсер так или иначе, там, не знаю, подкаст продюсировал какой-то, или он что-то, у него навыки должны быть. Но это подают питч продюсеры, да, или режиссеры? Неважно. Не это важно. Могут быть и сценаристы, и режиссеры, и продюсеры. То есть самое главное, чтобы там истории были интересные, они были ментальные, понятные, и желательно, чтобы там действительно была какая-то уникальность в этом проекте, то, чего не приносят обычно люди. Все, или они где-то там подворовывают, думают, что мы ничего не знаем о том, что этот проект существует, это очень тоже странно выглядит. Или приносят какие-то вещи, фантастику какую-то, где там очень много графики. Сейчас нужны простые, понятные истории, которые бы могли бы быстро реализоваться в первую очередь, где небольшой актерский состав, где не нужно будет так много использовать там техники, локаций. Ну, если даже если это будет, но чтобы была понятная, логичная история. И самое главное, интересен герой. Интересный герой. Документ, паспорт проекта. Да, вот легендарный паспорт проекта. Да, что? Легендарный. То есть они, вы его высылаете сразу, те, кто желает, сразу, да? Да, мы сразу высылали его, они пытались его заполнить, и там на третьей, на четвертой строчке. Я так понимаю, это такая анкета, на которую надо отвечать. Это, грубо говоря, ТЗ. То есть там пишется название. Там цель героя. Да, цель вот героя, вещи. Да. Уникальных, сверхидеи, сверхзадачи, в чем заключается хай-концепт, и небольшая библия героев. Ну, там еще много всяких моментов, связанных с маркетингом, то есть портрет. Почему будут смотреть, да, как аудитория. Да, да, да. Это хороший документ, потому что это же, то есть мы превратили в Salem, это получается это коммерческие истории в любом случае. Да, коммерческие, массовые, и поэтому я он должен, то есть мы хотели бы понимать, понимает ли тот или иной человек о том, что это будут смотреть массы, как он видит портрет тех людей, которые будут это смотреть. А если он этого не понимает, я это понимаю благодаря тому, что он ответил, значит, ну зачем он мне нужен? Потому что с ним будет сложно вести какой-то диалог в первую очередь. С ним будет сложно вообще ну, что-либо делать, потому что он будет упираться, я вот вижу, у меня классная идея и все. Я так вижу и ничего менять не хочу. Это в первую очередь. Ну в целом на самом деле ничего сложного нету. А если все, вот могу... тебе анкета понравилась? Да. Что потом происходит? Вы потом позовете на встречу? Да, зовут, приглашают на встречу. Вот в этот раз, я так понимаю, будет открытый питчинг историй, где не выступать только, будет. Да, где можно выступить. По-моему, так, коль я могу ошибаться. Там, да, и ты можешь там же рассказать там, в 5 минутах о том, что ты хочешь сделать, какая у тебя цель, какой хай-концепт, какие герои, почему ты хочешь это снимать. Возможно, это не обязательно хай-концепт, это может быть и лонг-концепт. Но тогда что будет интересного? Не знаю, там согласился Нурлан Куэмбаев или Баян Есентаева с большой какой-то аудиторией, или там играют, там, не знаю, даже эпизоды блогеров. В чем плюс Salem-а? Например, телеканалы наши, они вот сейчас у них вылезли, и сейчас же ты им поставь, и сразу же сними. Мы могли писать сценарий до года. Понимаете? Так, год. Вот да, получается сначала ресерч, потом мы придумывали героев, потом там придумывали сюжетные линии, и только потом начинали писать сюжет, биты, после битов диалоги, все как положено, как должно быть, как вот в мировом сообществе, а не так вот сейчас напиши, сейчас сними. То есть потому что надо все думать, надо понимать, какие референсы даже по стилистике. Условно мы готовили, ну то есть креативный продюсер в Salem был по сути шоураннером проекта. Ну то есть мы всегда готовили их вот к такому
такому формату работы. Потому что если не так, то он, ну, то есть мне тогда интересно, он должен знать, вот я придумала, и я сразу мыслю вот так, так, какая бы актриса бы это сыграла бы из казахстанских? О, прикольно, там короткая стрижка, она уже все равно, у нее психология женщины даже уже другая. То есть и предательства в ней много. Она, конечно, я бы сделала, что она обязательно стала лесбиянкой, но да, опять-таки. Да. Слушай, ну а что получает вот этот человек, который пришел к вам с идеей? Я понимаю о том, как ты рассуждаешь, как с точки зрения того, что мы делаем, чтобы проект получился. Да. Но вот этот человек приходит, что он получает? Он получает в первую очередь опыт колоссальный. Работы в команде, он понимает, что вот так надо работать. Потом он с этим опытом уходит и дальше что-то делает. Понятно, что он получает деньги. Да, за сценарий Салем платят от 300 до 600 тысяч тенге на данный момент, в зависимости от сложности истории и количества написаний, количества сценаристов в команде. И от 300 до 600 тысяч за что? За один сценарий. Сериала? Да, да. Okay. Ну, то есть там может быть, ну, мы понимаем всегда, что там никогда не будет писать один автор, это будет 2, 3, 4, может быть и 5. Почему? Потому что тут еще внутри важно же еще консультации проводить. Да, да. Ну, то есть в целом это нормально, это вот деньги на сценарий. Потом, как только мы сценарий закончили, мы переходим к производственной части, где мы понимаем, то есть параллельно мы думаем, кто будет играть, кто будет снимать, какой режиссер, и параллельно уже ищем режиссера. Допустим, если только эта идея была. А если это режиссер, ну, он говорит, я это сниму. Ну, бывает такое, что мы понимаем, что он не снимет. Ну, там вы так разделяете, да? То есть, вот идея одно, режиссер, который должен эту идею сделать, это, возможно, не он. Ну, возможно, не он или не она, да. Возможно. Почему? Потому что, например, недостаточно опыта, потому что у нас это маленькие деньги производственные, нужно быстро снимать, да, и он там будет там долго думать или не умеет работать с актерами. Это вот я вот так сижу, например, вот как с тобой, вот как коуч сижу и понимаю, он умеет работать с актерами или нет, или это его слабое. А ты можешь так при Да, или помимо этого они же тест делают. То есть, да, режиссерский, смотрите, да, режиссерский тест. То есть, ну, две сцены дали, они пошли, поснимали, и я потом, если я даже не пришла на тест, я спрашиваю исполнительного продюсера, как он работал с актерами, как он работал с художником, он был ли конфликтным, был ли там душнилый. Я сразу говорю, я так не люблю режиссеров душнил, которые думают, что только они в этом мире боги, потому что... Но это распространенное такое. Нет, штука, да? я считаю, что с этим надо на нашем рынке работать. Это все пришло... Нет, ну, я имею в виду, ну, базово это часто происходит? Если честно, часто происходит. А все это от не... От того, что им не дают самовыражаться, они начинают быть душнилами, думают, что я тут режиссер, я режиссер, я так сказал, я тупнул ножкой. На самом деле, вот я им и сразу же говорю, ребят, смотрите, вот все эти люди, там 50 человек на площадке в сериале, они тоже работают на то, чтобы был продукт, не только ты. Да. Да, и это надо проговаривать в самом начале. И надо менять свой характер, и надо быть, наоборот, в симбиозе, и вот в синергии с командой, слушать иногда. Говорит, если, например, ну не может он там вот поставить тебе там 50 яблок, подумай, как это скреативить, они все, я так вижу. Очень важно, чтобы человек был гибким, не подстраивался, это разные вещи, а был гибким и говорил, и мог найти какой-то другой выход из положения для того, чтобы снять это, но с той идеей, с которой он пришел на площадку. Вот этот вот очень важный момент, и я считаю, что это большой успех Салема был. И я, у меня же вообще должность называлась, знаешь как? Я была директором продакшена. Но я сказала, мне эта должность не нравится, пускай она будет по документам. Можно мне на двери написать «директор талантов»? И, ну, например, в другой бы там компании сказать, нет, мы ничего не знаем. И мне сказали, ну, хочешь, пиши, хочешь, не пиши. И я называла себя директором талантов, потому что такая должность есть на Netflix, в компании Netflix. Я подумала, о, это круто. То есть моя задача находить эти таланты, сделать так, чтобы он смог проявиться, и пришел, и что-то снял. И вот, то есть теперь я понимаю, что ну, вот в жизни теперь это агент. Но я буду называть это тоже, что я директор талантов, я буду продолжать. И буду продолжать и заниматься. Я просто знаю, что наши ребята настолько талантливы. Я кроме Айсултана и Туре знаю еще очень много талантливых ребят, с которыми мы можем снимать на Западе, для Запада, уникальные вещи, которые через них... И самое главное, они могут и на Западе снимать, потому что у них очень крутое видение. Просто надо это увидеть,
с ними поработать и подготовить к этому моменту, когда они могут уехать. К сожалению, уехать, потому что рынок наш маленький. Да. Смотри, ну вот вопрос все-таки. Что сейчас происходит, во-первых, с Алемом, во-вторых, вы организовали компанию, да, Аня? То есть, или что? Вот Аня пускай ответит на вопрос. Ну, мы наконец-то не поговорим. Да. То есть, сейчас ваша компания что, это кинокомпания? Нет, мы компанию создали гораздо раньше, мы создали в 2021 году, когда мы с Анарой хотели запустить фильм по сценарию Лины Лисачиной «Обет молчания», подавались в ГЦНПК. То есть, мы сделали регистрацию в феврале 2021 года. Вот. Но там была очень смешная история, когда наш сценарий даже не допустили к защите. Угу. Можно было что угодно. Мы ожидали, что МВК не пройдем. То есть, ну, любые другие вещи. Что такое МВК? Межведомственная комиссия, которая про... сценарий. Нет, она рассматривает уже по рекомендации экспертного совета это решение по финансированию проекта. Это уже последнее. Да, это уже от Министерства культуры, уже идет от Министерства экономики. То есть мы ожидали, что там могут зарубить, хотя там не был гигантский бюджет, он был очень адекватный. Но когда нас не пустили к защите, это было очень забавно, потому что сценарий очень крепкий, мы его очень хотим реализовать. У нас в планах есть этим годом. Да, это хорошая история, это та же, да, которую я читал. Да, мы тебя тоже вовлекали в этот процесс. Да, мы хотим этим годом опять подаваться в ГСНПК, потому что у нас и кейсы хорошие, и интерес, и мы же верим в справедливый Казахстан и в перемены, которые происходят. Да, вы вообще оптимисты, в киноотрасли вы такие самые большие оптимисты. Ну, это же абсолютно в нашем характере. Кстати, как раз я не договорила историю про волшебство, которое я хотела все-таки сказать, когда мы снимали на площади, вот так ожидался снег. И все говорят, что делать, мы же не можем перенестись, и мы с Анарой, но я правда в это верю, я говорю, надо молиться, у тебя нет другого, ты не можешь делать ничего, решить сам, это глобальная история, и честно говоря, у нас был сбор группы основной ровно в 3 часа дня, в 3 часа дня у нас кончился снег. Ровно с 3 часов дня до утра у нас не было снега, а до этого прошел легкий дождик, и нам еще получается асфальт, и всю площадь смочили, такая красивая, равномерно черная площадь получилась. Вот. А потом еще было продолжение того, что в чем мы считаем, что есть благословение очень сильное. В 5 утра у нас опустился туман. То есть мы дымили площадь, чтобы... Да, вот я про туман хотел спросить. Да, мы дымили площадь специально, мы делали очень сложные... Ну, постоянно... А погода же зависит, когда подует ветер, как нужно поставить смач-поты, это очень сложно. Мы очень все боялись площадь, боялись, будет ли разрешение, будет ли, станет ли наш дым как нужно и так далее. У нас дым ровно стоял, нам очень повезло, температура была плюс один, минус один, ровненько стоял наш дым. Но к утру, когда небо начинает уже синеть, 5 утра, а мы еще чуть-чуть не досняли, мы немножечко опаздываем. И здесь, знаешь, опустился туман, пришел с гор пришел туман. И ровно 3 часа, которые мы заканчивали съемки, с 5 утра до 8 утра у нас стоял ровный туман. Абсолютно такой же плотности, какой был наш дым. У нас режиссер наш еще, Алжас Хельмикбаев, говорит, давайте снимать быстрее, туман, ну типа дым у нас, хорошо стоит дым. Я говорю, Алжас, мы не дымим. Он говорит, да ладно. Я говорю, смотри, у нас стоит один смартфон, мы все уже выключили. Это реально был такой туман. И как только мы закончили снимать, мы дописывали гуры уже, да, как бы массовочные, туман ушел. Снимали этот фильм 29 дней. На самом деле, это такой мизерный срок для такого гигантского проекта. Если бы мы его снимали, в норме он должен был бы минимум 45 дней. То есть, по тому объему, который реализован. Вот. А если бы мы снимали, как в нашей привычке, такого нормального, большого, сложно-постановочного кино, то это, может быть, было бы до 2 месяцев съемок. То есть, полноценных 60 дней. Вот. Поэтому, как это сделала группа, как они справились. У нас есть люди, которые очень большой опыт имеют в кино, в нашем финансовом секторе. Они так сидят и говорят, так не бывает, так кино сделать невозможно. Нельзя готовиться буквально там, меньше месяца, учитывая сроки, да, и сделать на таком уровне. Это какое-то просто волшебство. А мы считаем это благословение, потому что это правильное намерение само по себе изначально. Ну, а получилось, опять же, да, очень смешная история, потому что как будто бы правильно построенная пиар-компания, которая сложным образом зашли аж вот через Облязова. Да? Как будто все, бы... всем понятно, Облязов вам деньги дал, вас же и двинул, и все такое. А вот этой версии еще не было, кстати. Нет, это я все в кавычках. А я вчера, кстати... Вообще интересная версия, она попросила. Знаешь, благодаря... Анар, может, на пост попросим? Да, тогда. Смотри, Коль, я благодаря тому, что вообще, если честно, ну, то есть, мы же люди вообще такие, ну, мы еще и женщины, скажем так. Я не была настолько... Еще мы интроверты. Да, интроверты настолько вообще
в политике. Угу. И вчера я, ну, и я после ты того... будешь депутатом? Нет, нет, подожди, подожди. И я вот благодаря тому, что такая, думаю, кто такой вообще Облязов? Ну, вот поподробнее хотя бы узнать. Ну, какой-то, я просто знаю, что он какой-то ДВК чего-то. Я начала изучать, кто такой Облязов. И вчера наткнулась на один материал, очень интересный, в Ютубе на канале, забыла, как его блогера зовут, неважно опять-таки. И была сама в жестоком, ну, то есть, как я была в таком шоке, что вообще почему? И при чем тут мы? Ну, и вообще это очень странно, если честно. А я хотела бы обратиться к нашим зрителям и к твоим зрителям, чтобы они были... вообще воспринимали любую информацию. Век такой информационный, получается, как, не знаю, информационный вакуум, а наоборот, или, не знаю, больше всякой информации. Надо на нее смотреть не однобоко, надо смотреть на нее со всех сторон. Это в первую очередь. Потому что если мы будем все время вот обращать внимание на то, что там мне вот сказали, что Коля плохой, а я там, а я должна вот так мыслить, ну, значит, Коля плохой. А если вот со всех сторон посмотреть на Коля, Коля, оказывается, хороший парень. И хороший, и плохой. Да, и хороший, плохой. Живой, живой. Это есть, это есть живой. Я вот такая плохая, сказала, что это какашка, это произошло мем. Ну, я такая. Это что, ты мем прям стал? Да, там кто-то... вырезали. Нет, его вырезали, запустили, и теперь мне это, кому не лень, из ТикТока скидывают. И самое главное, мое... Посмотри обязательно. И я такая сижу, думаю, ну вот, это очень странно все. И думаю, ну я такого не хотела, честно. Но потом я подумала, ну значит, так должно быть. То есть я воспринимаю эту ситуацию очень крайне спокойно. Объясню почему. Коль, вот эти все люди, которые мне написали, они мне когда-то дали работу, когда-то там, не знаю, дали возможность учиться, находили мне работу, так или иначе. Нет, они меня родили. Я отношусь к этому очень спокойно. Вот они могут писать мне бесконечно. Я могу, конечно, это скринить и говорить. Вот, но меня просто сам факт удивляет. А потом я думаю, что я удивляюсь. Это нормально. У человека однобокое мышление. Ну, пускай они в ту сторону и мыслят. Фильм посмотрим и увидим. Понятно, что ну, критика будет какого-то рода. Но она должна быть конструктивной. Никто не против критики. Потому что наша работа, она всегда будет подвержена критике. И это нормально. Потому что мы делаем там кино, там, или ты делаешь подкаст, ну там хорошо, плохо, какая-то критика, да все равно будет. И это нормально. Для чего она нужна? Для того, чтобы только улучшаться. Возвращаясь к тому, как искать инвесторов, я думаю, что смотри, да, вот как вы перед этим фильмом я снимала, вот перед этим фильмом я снимала на собственные деньги. Он, это назывался фильм «Отау» Альшера Джадгерова. Он получил спецприз на Евразийском кинофестивале, на крайнем. У меня не было особого продвижения, потому что, честно сказать, я уже просто устала вкладывать в него деньги. Он был хотя и малобюджетный, но в любом случае. Я просто хотела попробовать поработать, и я хотела сдержать слово, что мы снимем какой-то фильм в рамках Байконура, где чей сценарий победит. Вот вся история. Я выполнила свое, я человек слова. Я сказала, я сделала. Альшер Джадегеров, кстати, тоже короткометражку «Кантар» снял. Я видела ее, она достаточно понятная, интересная и очень кинематографичная. Я люблю очень этого режиссера. Он хоть и молодой, вот мы с ним собираемся подаваться на ГЦНПК в том числе. Я думаю, вот один из вариантов – это поход в ГЦНПК в сотый раз. Я обязательно... Аня, если честно, она не хочет. Она все время говорит, давай не пойдем никуда. Я говорю, нет, мы пойдем. Объясню почему. Потому что должна же я когда-нибудь в этой жизни снять кино на государственные деньги. Почему вот всем дают, а мне нет? Я неужели я не сниму ни один фильм? Просто мне интересно это уже. Это вот интересно, потому что на самом деле на деньги ГЦНПК как раз-таки надо снимать именно молодым кинематографистам. А все остальные, у которых есть кейс, по идее, они вот должны такие вот уже уметь ходить по инвесторам или зарабатывать эти деньги каким-то образом. Что нужно уметь? Это навык убеждать в первую очередь. Это нетворкинг. В любом случае, хочешь, не хочешь, ты выбираешь профессию продюсера, которая становится все более и более понятна для многих людей. Это не тот человек, который просто считает деньги. Он должен уметь придумывать идеи, уметь убедить и принести деньги. После чего ты идешь куда-либо, ну,
если у тебя есть этот навык, делаешь презентацию, объясняешь там 30 секунд в лифте, там не в лифте, это не важно. Главное, но я считаю, что для этого тоже нужен определенный опыт. То есть ты должен что-то сделать, чтобы тебе поверили и с тобой захотели работать. Это только личный навык, однозначно. Это вот ну, то есть, по сути, это же как бизнес, как предприниматель. Да. Просто продюсеру нужно все то же самое делать. Нетворкинг, убеждать, делать кейсы, обкатывать, анализировать. Сейчас у нас будет вот с 3 по 6 апреля в Алма-Ате проходить Евразиан Film Market. Uh-huh. Вот. И как раз мы будем проходить, то есть уже открыли аккредитацию, уже проводят. Лена Ларионова этим занимается. Они как раз работали с своим коллегой, с Катериной, на московском кинорынке, поскольку сейчас вот вся эта наша война идет и так далее. То есть перенесли сюда. И будут представители очень многих российских компаний, Германия, Франция, то есть будет прям азиатских много компаний. То есть продюсеры, которые хотят наладить связи, имеют какие-то кейсы или имеют какие-то идеи, которые желают реализовать, вот самый простой и ближайший путь, даже никуда ехать не надо. Потому что очень часто, чтобы налаживать и удобнее проводить все-таки большинство проектов как копродукцию, нужно ехать на запад или на восток, то есть ехать на кинорынки. Здесь вот оно организуется уже здесь. Приходите, там участвуйте, кредитовывайтесь и получайте эти возможности. Потому что кроме госденег, да, кроме там личных денег, мы уже тоже поняли, но это, по-моему, для всех очевидная вещь, что любой продукт, любой фильм, тем более, нужно создавать несколькими продюсерами, несколькими компаниями, это снижает риски и дает зону продвижения гораздо больше, возможности для продвижения, ну, из того, что прям важно делать. Потому что мы тоже все видим, что современный мир, он дал эти возможности, наши средства связи позволяют, да, находиться в любой точке мира и при этом иметь там ежедневные, хоть ежедневные конференц-колы в практическом составе, общаться, обсуждать и находить оптимальные решения. То есть самое главное, нельзя просто сидеть и ничего не делать, и ждать. Вот я жду, мне не дало государство деньги, вот я жду. То есть, опять же, про то самое нет, про то самое намерение, когда оно формируется, внятно, ясно, ты знаешь, что ты хочешь, ты идешь, и тебе Вселенная сама дает эти возможности. Я, допустим, у нас вообще сценарий приходит интересные вещи, как, что бы ни говорили журналисты про непростроенную связь, в том числе она, конечно, есть, да, между производителями и журналистами. У нас обычно были всегда ровно обратные истории, когда мы звали журналистов, уговаривали журналистов. Тут мы смотрим, вон у Борейко уже даже 2 выпуска прошло по нашему фильму, да, и последний был очень даже корректный, очень корректной риторики, когда он сказал, да. Ну, посмотрим фильм. То есть это ну, тоже такой уже правильные посылы. Да, Нара правильно сказала, большое спасибо Кариму, который абсолютно неожиданно для нас вдруг включился, начал защищать и биться со всеми, я не знаю, кто такой рыцарь случайно оказавшийся, которого просто, я много лет знаю Карима, я всегда считала, что он циничный, очень жесткий, но сам он такой, вот, а он вдруг включился и начал, да нет, я же знаю, это все не так, вы все неправильно понимаете, ну, это было интересно. Вот, поэтому, говорю, вот один из способов, это вот участие в кинорынках, это хорошая история, это хорошие возможности. Вот на этом кинорынке, допустим, будут тоже ограничения для продюсеров, да, то есть они не всех допустят, но это понятная история, потому что это никто не может быть просто, там, не знаю, мальчиком из Ургеновки, который вдруг решил пойти попасть на большой форум. Вот. Но с другой стороны, в чем еще большая проблема, мы об этом в прошлый раз, да, то, чтобы говорили, режиссеры для того, чтобы о них знали, они могут снимать хоть на телефон. Для того, чтобы показать свою историю продюсеру, снимай, у тебя сейчас есть, у нас такие качественные сейчас телефоны, которые раньше вообще не было такого изображения, да он и звук пишет отличнейшим образом. Снимайте историю, ты монтировать в телефоне можешь, для этого вообще ничего не надо. Посадитесь, разгоняйте истории, придумывайте истории, реализуйте. Сейчас такие все могут быть насмотрены, да, потому что, опять же, доступ к огромному количеству ресурсов. То, что выходит в мире, ты можешь посмотреть на платформах, если есть желание двигаться, соображать, действовать. А те, которые выходят из киносообщества, мы тоже эту вещь заметили, к сожалению, или к радости, основные негативные высказывания из киносообщества были тех людей, которые, как правило, сами не реализованы. То есть они не реализованы, они не работают, не реализуются, они пытаются все время создавать какой-то хейт, хайп, показывать, какие они несчастные,
что никто их не ценит, не понимает. А смотришь потом историю их существования вот в этом мире, в этом пространстве, да, они ничего не делают. Они только каждый раз провоцируют какой-то скандал. Ну, это же скучно. Ну, ты-то сейчас тоже немножко спровоцировала. Ну, хорошо, с другой стороны, я надеюсь, будет много комментариев. И вы знаете, я вот что вижу, как бы такую линию, ну, вот у меня много было подкастов, там часто упоминали Салем Social Media, я вот никогда не высказывался по этому поводу. Ну, обычно в таком чуть-чуть троллинг в таком стиле. Вот, но мне кажется, вот я вижу тоже какую-то такую одну линию вот и с вашим фильмом, ну и вообще вот то, о чем сейчас ты говоришь, вот про вот это вот обсуждение такое. Мне кажется, что вообще вот во всем этом как будто бы нужно, знаете, как-то выкачать эмоции вообще. Вот все эти эмоции нужно направить в творчество. Да, кстати, да. На Salem Social Media, например, как я думал, как вот говорят, они хотят, ну вот раньше, наверное, сейчас уже меньше, по крайней мере, у меня была очень четкая внутренняя позиция, как к этому отношусь, они хотят поменять интернет, то есть заменить интернет, ну, то есть, ну, так, вот такая же была основная претензия. Да. Страх, что Salem Social Media с YouTube'ом и будет, ну, вообще будет такой вот, YouTube'а не будет, не будет это, будет один такой управляемый этот. И вот поэтому вкачиваются деньги, делаются это сериалы там, ну, и так далее, и так далее. Я вот относился к этому вот так вот. Верю ли я, что у кого-то получится поменять интернет? Нет. Соответственно, если нет никакого риска, что интернет поменяют, так мне вообще, честно говоря, все равно, если в итоге, грубо говоря, молодые режиссеры снимают сериалы, да мне вообще плевать, что чьи там деньги. Если в итоге они, индустрия развивается, надо все-таки отдать должное, я это четко фиксировал, потому что я занимаюсь телевизионными сериалами, что ну не было другого выхода. Ну, а я-то так топлю за сериалы. Да. Ну, конкретно сериалы невозможно было по-другому снять. Где еще можно было это сделать? Еще плюс-минус прокатное кино, там комедии, ну вот конкретно сериалы нет. Да, вот, да. То есть здесь более такая, знаете, трезвая такая, не могут, пофиг, там круто, что сериалы производятся, круто, что они продаются там на стриминг-платформе, и вообще вся эта движуха. Вот здесь тоже, как будто бы с вашим фильмом, ну, я вот согласен с тем, что, ну, короче, вы имеете право осуждать, потому что, наверное, потому что это будет для публики, а не на день рождения, да, там, какому-то вашему инвестору фильм. Но, в общем-то, конечно, нужно понять, что именно осуждать. Когда будет фильм, тогда, может быть, можно это все обсуждать. Это ну, происходит, это как бы ну, вот, нормально. И вообще многое происходит, вот, как сказать, знаете, вот немножко как будто бы все еще из какой-то советской такой парадигмы. Как будто вот кто-то, что-то, какая-то система, она должна быть такая суперсправедливая, понимаете, вот эти молодые режиссеры, они не должны работать, были с тобой в Salem Social Media, они должны были какие-то другими быть, пройти какой-то тендер на госзакупках и честно, по самой низкой цене попасть к тебе, понимаешь, и ты должна с ними работать, потому что, то есть, немножко вот такая, как сказать, чуть-чуть такое, во-первых, эмоциональное, такое немножко реактивное, но я скажу, что это не только журналисты, я думаю, что вот у нас в индустрии тоже у многих людей такой паттерн, понимаешь, вот обсуждают какой-нибудь скандальный фестиваль или обсуждают, когда там каналы или какие-то там ГЦНПНК кому-то что-то дало. Всюду, везде такое вот, мне не дали, это плохо, все там как бы, ну, все такие вот какие-то плохие. Наверное, там не все хорошие, ну, там, нет, не всегда справедливо, но вот... Просто, понимаешь, Коль, я сейчас объясню, почему несправедливо. Я считаю, что, например, вот мы первый год с Аней подавались, потом на следующий год просили тебя податься. Да. Но сам факт, мы потом решили, нафиг это надо, короче, не будем подаваться до лучших времен. Лучшие времена никогда не наступят. Да. Но просто смотри, тут просто сплошная математика. Вот, например, ГЦНПК ну, делает столько-то фильмов, из них вот там только «Дос Мукасан», на данный момент я его реально видела. И «Паралимпийц». Да. Опять-таки, это хорошие фильмы. И это два молодых режиссера. Заметь. Согласен, да. Заметь. Все остальное, где оно, что оно, оно в прокате даже и не было. Если было, это было 1-2 дня образно. Поэтому... Время патриотов активно. Да, было активно, извините. Вот три. И опять-таки, там тоже был молодой, по нашим меркам, режиссер. Все остальное, все, что снимали мэтры, не будем называть их имена, ребята, за большие деньги лежат на полочке. Угу. Почему? Вот условно, вот так, те же Барика, а потом кто там еще, все, ну, там, все, кто есть, вот кто там, Оян Казак, там все ребята, которые так или иначе на нас обратили внимание, не занимаются этим. Вот пускай они в ГЦНПК напишут письма, чтобы сняли фильм про Кантар, как они видят его.
сделали туда там свои посылы, там желания, все, кого, как они хотят снять. Почему? Вот меня. Ты же понимаешь, почему? Тема болезненная. Ну хорошо, вот. Любой тег, ты же понимаешь, как работает YouTube. Хорошо. Ну, то есть они же могут сделать так. Вот они не могут снять это кино. Они берут письмо, пишут и идут там на канал какой-нибудь, там на Хабар или Казахстан, или там ГЦНПК, и заявляют желание создать такое кино и снимают, как они видят. В чем вопрос? Ну смотри, вот у этих людей вопрос, видишь, в том, что многие думают, что вообще, ну, это понятное дело выбора. Это вообще ваше решение, как бы, что может быть, ну, и не время там снимать. А когда, теперь хорошо, теперь вопрос, а когда время? Нет, ну я не знаю, но... Вот видишь, я тоже, мы никто из нас не может, что ни время, ни поздно. Я к тому, что если на вопрос о том, чтобы они что-то требовали, да, грубо говоря, например, там от Хабара, от Казахстана, возможно, просто я слышал такое, как бы, осуждение, что, может быть, просто еще не время, потому что это нужно переосмыслить, там, понять что-то, ну, там, видишь, и так далее. Мы с Нарой считаем, что, допустим, наша история... Нет, это ваше решение, да, конечно. А другие расскажут потом свою. Спустя какое-то время, может быть, это будет очень крепенький какой-нибудь там 8 серий сериал, как в то время снят Чернобыль, например, да? Будет такая же рассказанная история. Нет, с учетом того, что, смотрите, у вас есть частный инвестор, это вообще абсолютно вы можете делать все, что хотите. Ну, мне кажется, кстати, я хотел тоже на всякий случай высказаться по этому поводу. С другой стороны, и государственные деньги... Я вот удивляюсь, что чиновники так рассуждают, но еще и обычные люди. На самом деле государственные деньги – это тоже наши с вами деньги. Это не деньги чиновников. И когда вот мы подаем что-то или делаем на государственные деньги, это наши деньги, да, почему мы не почему, да, но это наши, граждан Казахстана деньги. Даже если тот, кто не платит налоги, все равно это все наши деньги, условно говоря. Я с тобой согласна. Поэтому почему кто-то не может получать государственные деньги, то есть наши с вами. Вопрос у граждан может быть к этим людям, но это не значит, что они какие-то чужие деньги, какие-то другие, принадлежащие там чиновникам. Да, как будто бы это чужие деньги. Это наши деньги, мы можем на них там условно говоря претендовать. Я так к этому отношусь. Я, например, ГЦНПК, все эти истории не из-за этого. Да, у меня нет такого государственные деньги. Ну, вопрос только, как бы, тратишь ресурсы, какой результат можешь получить. Да. Вы красавцы, вы пытаетесь. Я, может быть, я каждый год тоже собираюсь, но потом думаю, ага, так, что-то осторожно. Как-то тяжело, опыта нету, много времени на это придется потратить. И такое, ну ладно, тогда, как бы, пока мечта сделать фильм, она не сильнее, чем трудности в получении, как бы, финансирования. Когда будет наоборот, типа, будем, типа, биться, условно говоря. Ну, видишь, то же самое, почему Нара говорит про сложности, возможность сложности получения показательного среднего высокопрокатного, потому что у нас была уже история, когда начался этот хейт очень громкий. А Наре позвонила, она не рассказывает, из министерства, ведь сказали, а почему вы снимаете? Вам не давали разрешение снимать. Говорю, ну мы же частная компания, у нас, мы оповещаем Акимат, ну, потому что мы зовем не городу, все остальное можно снимать все что угодно, любую историю. Да. Это никому не запрещено никогда. То есть на самом деле это как будто бы, видите, еще вот как будто вообще внутри в людях у нас не совсем очень это все сильный не страх. Вышло. Кто-то должен разрешать. Вот наши люди живут в страхе постоянно, они боятся всего. Они боятся говорить, они боятся, не знаю, стоять, ходить, оборачиваться. И они каждый раз думают, а правильно я поступлю, а в том ли я лагерь, а туда я ли посмотрела. То есть, и пока у людей эта вот свобода внутренняя не появится, то есть у нас не будет таких, ну, чего-то интересных перемен. Это именно почему интересно работать с молодыми режиссерами. У них еще этого страха нет. У них еще есть вот больше дерзости и больше такой протестных настроений, то есть желание говорить, я могу, я скажу, сказал, а, ну ладно, кажется, можно было, да еще могу, я еще интереснее сделаю. Но вы готовы к хейту, когда фильм выйдет? Да. Да? То есть, что может быть хейт, и ну, что их ожидания оправдаются и так далее? Они... Ну, насчет этого нет, я думаю, что там будет больше, возможно, вопросов профессионального характера. Ну, это вообще нормальная история. Ну, да. Любые обсуждения, это мы хорошо, готовы. Но мы все равно, мы, конечно, будем писать склеймеры в самом начале, обязательно, потому что это есть наша точка зрения, есть наше видение, есть образы, которые мы туда включили, есть наша позиция. Естественно, режиссеры наши имеют такую же внятную, очень жесткую позицию, очень крепкую позицию. Никто из них даже на секундочку не трогнул, не сомневался. То есть, ну, не было такого, что кто-то из них, ой, что-то наверное, зря в этом участвовал. Они, наоборот, спокойно, уверенно рассказывают свою историю. И, на самом деле, знаешь, вот за что мы очень благодарны этой возможности в данном случае –
и они тоже. Да? А с другой стороны, они оказались в конкурентной среде, потому что каждый из них рассказывал историю. Хотелось быть вместе со всеми, но чуть-чуть лучше. Может, новые кадры придумать. Да. Но все равно же, они же режиссеры, они же все лидеры же абсолютные. Вот. С другой стороны, это научило их вместе работать, друга слышать, прислушиваться, друга поддерживать. Да, это было тоже интересно. Я четко считаю, что искусство должно быть всегда актуальным. Когда оно не актуально, это и есть современность наша. То есть, когда пройдет время, когда я буду рассказывать про это, оно не будет уже современным. И я все-таки свысока, прошествия времени, мы можем по-другому на это посмотреть. И мы тогда, возможно, будем знать уже все, что было в реальности, то есть какие-то политические там вещи. Но мы уже по-другому оценим ту ситуацию. Поэтому сейчас, здесь и сейчас, мне интереснее, нежели когда пройдет время. Вот и ответ, наверное, почему не позже. Ну что ж, будем ждать выход фильма. Я теперь буду ждать его не только потому, что такой резонанс этот фильм произвел, но еще и что получилось из вашего эксперимента сделать 5 режиссерами один фильм. Вот, это был подкаст на канале «Серийный продюсер». Большое вам спасибо. Подписывайтесь, ставьте колокольчики. Пишите комментарии негативные тоже. Пишите не стесняйтесь. Да, она с Аней будет их читать. Пока. Спасибо.